Прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии увеличен на 6,1% и составит 8640 рублей. Законопроект приняли депутаты областного парламента на первом после летних каникул заседании. Рост прожиточного минимума значительно превышает сложившийся в России уровень инфляции. Принятый документ в регионе коснется 29 тысяч человек. Это неработающие пенсионеры, размер выплат которым ниже установленного региональным законом прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума на 2018 год рассчитана в соответствии с рекомендациями Министерства труда России на основе оценки величины прожиточного минимума за текущий год и индекса потребительских цен на 2018 год.